Вперед. Наемникам! Надеюсь, меня никто не заметит. Это тебя прислал Перикл? Да. Он рассказал про остракизм, но не объяснил, что мне делать. Конечно же, для этого есть я. Изгнанный может вернуться в город? За это наказывают. За что обычно подвергают остракизму? Достаточно решить, что человек — угроза для полиса и людей. Дальше голосование. Некоторых изгоняют лишь потому, что другого кандидата ненавидят меньше. Что мне нужно делать? Голосование состоялось. Скоро голоса подсчитают. Возьми этот мешок со страками и положи вместо тех, которые охраняют. Ты хочешь устроить подмену? Не я, Перикл. И у него есть на то причины. Принеси мне второй мешок со страками, и дальше я сам. Меня никто не увидит. Жди тут.